Подчас Нового года и каляда каждый театр мкнется сделать подарунок для самых маленьких глядачов. Актеры, которые, звичайно, работают над серьезной драматургией, натягивают на себе коляровые штоники и забавляются, как дети. Молодежный театр – не выключение. Сёлета артисты на чале с режиссером Евгеном Юковичем запросили девчонок и хлопчиков на день народження Шерого Вовка. Махчима хтось будет здивлены, чому замест традиционной зимовой казки театр обрал сонячную летнюю историю, але ніякої суперечности тут нема. День рождения – это уже все равно как бы Новый год у человека или там у волка. Вот, поэтому, ну, наверное, можно как-то приурочить. У нас вначале всегда происходит какая-нибудь интермедия новогодняя с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с играми, с песнями вокруг елки. Вот. А это как бы подарок Деда Мороза, поэтому вполне себе сочетаемо. Шерий Вовк, родный брат того самого зубастого Вовка, який амаль что не з'ел трех парсючков, замышляя нечто незвычайное. У его зусім нема сябров, и он вырашает заманить Харитошу, Хрошу и Хрушу до себе на свято. А каб план отримался, Шерий выкрадает их новую сябровку. Однако зрозумела, что каждая новогодняя казка повинна иметь добрый конец, и Вовк оказывается зусім не злодеем. Каб ніводний дитёнок не засумовал, артисты, як заведенные, скочут по сцене. Бои под душками, задорные каламиты и не спинный рух нагадывают маленьким глядачам их самих за все до веселых, энергичных и неостомных. Сказать, что новогодние святы проходят, и дорослые актеры хавают свои яркие костюмы у далекие куфры. Але у репертуары кожного театра, кроме новогодних спектаклей, есть много интересных постановок и для детей, и для дорослых, так что отпочивайте культурно.